Может, хоть сегодня поговоришь с мамой? Ты же знаешь, я вожу тебя, когда ты хочешь повидаться, но мне и сказать нечего. Когда тебя выпускают? 15-го. То есть через 2 дня? Тебе не придется больше волноваться о нем. Ты серьезно? Думаешь, я просто так отдам его тебе? Нет. Я заберу его. Она предала нас. Она же могла измениться. Прости, но все заслуживают второй шанс. Тюрьма не меняет людей. Я не отдам его. Если тебе удастся отсюда уехать... У меня есть брат, я нужен ему. Мне всегда это в тебе нравилось. Что? Ты так его любишь, что дал ему ту жизнь, которой не было у тебя. Когда я ем, я глух и нем. Издеваешься? Ты юный Свинтус. Я хочу к маме. Она разрушит твою жизнь. Ты ее совсем не знаешь. Мне плевать! 6 лет в заключении я мечтала, как ты, Оливер и я воссоединимся. А как же Рэй? Ты вообще о нем думала? Я прошу лишь дать мне шанс быть ему хорошей матерью. Мишель! Стойте, сэр! Я должен увидеть Рэй! Ее. Рэй! Оливер этого хочет. Думает, мы снова сможем стать семьей. Я мечтала выйти и снова увидеть океан. Я отсидела свое. Дай мне шанс. После отсидки.